Эти народные приметы предупреждают о денежном дожде. Не пропустите знак судьбы. Вселенная часто посылает нам сигналы, по которым можно определить грядущие события, в том числе неожиданное богатство. Наши предки знали, что народные приметы могут не только указать на погодную ситуацию, но и приоткрыть двери в загадочное и таинственное будущее. Сегодня мы расскажем про приметы о скором богатстве, которые современные люди часто игнорируют. Наиболее удачной приметой считается возвращение долгов на растущую Луну. В этом случае можно с уверенностью ожидать стремительного финансового взлета в скором времени. Период многие эзотерики в принципе называют очень сильным и благоприятным. Получение заработной платы или вознаграждения за труд в такой день предвещает приближение денежного потока. Благоприятное свойство земного спутника в растущей фазе распространяется на все начинания, ведь они оборачиваются прибылью и успехом. Есть и нумерологические приметы о грядущей удаче на поприще финансов. Например, частое появление в вашей жизни восьмерки предупреждает о начале белой полосы, ожидайте прибавления в достатке, изобилия во внимании противоположного пола и карьерный рост. Хорошо, если встречается три таких числа подряд. Работает народная примета с картами банков, автомобильными номерами и телефонами. Удачное число 7 также может стать вашим амулетом и притянуть хорошее известие. Заметили его перед важной встречей, будьте уверены в ее счастливом исходе. Предки также верили, что богатство приходит после сновидения, в котором человек пересчитывает купюры или находит спрятанное ото всех сокровище. Восточные народы распознают начало богатого периода по сну со слоном, жабой или золотой рыбкой.